В 1922 году начало первого в мировой истории фашистского правления. Премьер-министром Италии стал Бенито Муссолини, лидер национальной фашистской партии. Название от древнеримских фасций, пучков прутьев. Они символизируют державную власть. Муссолини проповедует национализм, тоталитаризм, корпоративное государство и захват чужих территорий. На прошлогодних выборах национальный блок с участием фашистов стал лишь третьей фракцией в парламенте. Но в октябре 1922-го фашистские боевики-чернорубашечники устраивают поход на Рим, собираясь взять власть в столице силой. В 1922 году чернорубашечники идут маршем на Рим. Королю Виктору Эммануилу остается лишь наблюдать за тем, как фашисты берут Италию под свой контроль. Король Виктор Эммануил III уступает давлению и назначает Муссолини премьером. Новый правитель вскоре распустит все партии, кроме своей, и заменит парламент большим фашистским советом. Гигантские бюджетные проекты сократят безработицу, но окажутся экономически неэффективными. Правительство подпишет соглашение с папой, признав Ватикан городом-государством. Власти преждевременно объявят о своей победе над мафией. Муссолинивская новая Римская империя колонизирует Албанию, Ливию и не до конца Эфиопию. Победу Италии в Эфиопии празднует весь Рим. Диктатор принимает титул «Дуче», вождь. Что до саморекламы, это написано слово «Дуче». «Дуче» в переводе означает «фюрер», «вождь». Так вот, что до саморекламы, то Муссолини превзошел самого Гитлера. Такую стенку и в Третьем Райхе не увидишь. Картинно позируя, он явно воображает себя Цезарем и на гигантских митингах произносит патетические речи. При своем официальном антикоммунизме фашистская Италия долго поддерживает ровные отношения с СССР. Заключив союз с Гитлером, Муссолини вступит во Вторую мировую войну на его стороне. В апреле 1945-го, когда союзники разгромят обе фашистские державы, итальянские партизаны расстреляют Дуче и повесят его труп на площади в Милане. Но на трибунале в Нюрнберге страны-победительницы будут судить только германских фашистов, без итальянских. Они должны ответить за все. Не закрывайте лицо, Геринг, вас знают. Вас знает и проклинает весь мир. Вы ответите за все.